Что ты знаешь об искусстве боя на мечах? Об искусстве боя на мечах. Боя на мечах. Что ты знаешь об искусстве боя на мечах? Что ты знаешь об искусстве боя на мечах? Что ты знаешь об искусстве боя на мечах? Об искусстве боя на мечах. Боя на мечах. Знаешь об искусстве боя на мечах? Что? Считаешь, что владеешь и вполне хорошо. Первая ступень в искусстве боя на мечах заключается в том, чтобы достичь единства с мечом. Он должен стать продолжением руки. Все смертельные удары будут быстры и легки. Подсознательные движения, они рождаются из твоей сущности, из твоей личности, индивидуальности. Ты силу духа чище, чаще силы рук расти. На протяжении всего своего боевого пути, освоив эту ступень, любой враг ни почем. Любая травинка будет тебе мечом. Но что ты знаешь об искусстве боя на мечах? Об искусстве боя на мечах. Боя на мечах. Знаешь об искусстве боя на мечах? Что? Считаешь, что владеешь и вполне хорошо. Вторая ступень в искусстве боя на мечах. Один единственный, имейте в сердце смертельный меч. Меча нет в руке, но за 100 шагов мастер способен поразить всех своих врагов. Теперь что ты знаешь об искусстве боя на мечах? Об искусстве боя на мечах. Боя на мечах. Знаешь об искусстве боя на мечах? Что? Считаешь, что владеешь и вполне хорошо. Но высшая ступень в искусстве боя на мечах — это древняя мудрость, что не тленна в веках. Победить не нового врага, а самого себя, чтобы дать обет себе раз и навсегда. Не брать в руки меч, не иметь в сердце меч. Мир превыше всего ценить, чтобы мир беречь. Чтобы внук видел деда, чтоб деда пережил внук. Чтобы отцы не умирали за сыновей. Чтобы сын за отца потом не шел мстить войной. Думая о третьей ступени, а не о первой и второй. Что ты знаешь об искусстве боя на мечах? 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 Об искусстве боя на мечах. Боя на мечах. Знаешь об искусстве боя на мечах? Что? Считаешь, что владеешь и вполне хорошо.